Плитка у нас, согласно проекту, гранит колот. Ее уложить каким-то узором очень проблематично. Сейчас вот ее выровняли, идет процесс укатки этой плитки и заделывания швов пескоцементной смесью. После первого же дождя эти зазоры, они как бы затвердеют, и вода через них проходить не будет. Идеально ровной поверхности здесь быть не может, потому что есть отклонение по ГОСТу на данную плитку. Если он колото-пиленный гранит, то ее, возможно, каким-то узором. Здесь мы видим отклонение от геометрии же, она не идеальна. Поэтому принято такое решение, ложить ее в произвольном порядке. Это изначально было заложено проектом, сейчас это все так и воплощается, как был проект. Покрытие для нас новое в данном городе. Давайте посмотрим. Порядка 4 сантиметров в каждую сторону от центра у нас вода будет уходить. Под катком все равно разморозки не будет, поэтому, скорее всего, покрытие должно выдержать. Бетонные работы у нас подходят к концу. Сейчас ждем набирания твердости бетона и поставки комплектной плитки, чтобы начать массово укладывать тротуар, который плиточного мощения. Гранит пока у нас идет по графику, но его крайний срок поставки конец октября. Сейчас вот они в графике поставки. Так долго, потому что его под нас готовят, его заранее никто под нас не держал. Две недели начинаем укладывать уже и дорожки, и основное покрытие. Подготовка под укладку плитки выполнена где-то на 98%. Это, то есть, бетонные работы, планировка и все остальное, которое у нас заложено в этом году по договору. То есть, если будет сухо, мы все будем также дальше и укладывать. Нам минус как бы сейчас не мешает. Мы, главное, залили бетонную подушку под это. У нас техника, вот вы сами сейчас видите, спокойно заезжает. Нам грязь, не грязь. Мы, то есть, можем принимать все здесь материалы. И что будет минус, нам не помешает ложить плитку.